Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Так, и забираем ежедневную награду. Так, из Лиги Сегунов 2 звезды, 85 долларов и 20 монет. Отлично, ребята. Так, 538 долларов, значит, я себе куплю. Да, я куплю, ребят, себе откатики. Забегаем быстренько в магазин, открываем бесплатно колоду. И я смотрю, там у меня Ксевер Монтес. Да, именно он. Так, по заданиям что у нас? Поднять уровень персонажа. Угу. Кстати, ребята, да, сегодня подошел срок кого-то поднимать в золотой ранг. И я скажу вам одно, у меня разделились голоса. Большая часть проголосовала за Бакстера Муху и за Кейси Джонса. Но на самом-то деле проголосовали и за нашего, извините меня, Микеланджело. Но чтобы его перевести, нам нужно еще 50, ребята, ДНК найти. 50. Поэтому я думаю, что мы сегодня с вами апнем, наверное, все-таки Бакстера Муху, да? А потом уже будем копить и на Микеланджело. Как раз мы с вами докачаем, 50 ДНК на него найдем и прапаем. Так что, ребятушки, Бакстер Муха поднимаем по рангу. Да. Отличненько, он, ребята, у нас в золотой ранг перешел. Ну что же, и заодно, наверное, поднимем ему уровень. Да? До какого? До 50-го влепим. Шикарненько. Так, ну что же, Бакстера я поздравляю с этим, ребята, как говорится, делом. И мы с вами забираем ревард. Так, значит, у нас сразиться в боях, пройти серию испытаний. Хм, а я не могу пройти, ребят, серию испытаний, потому что у меня еще откат по времени. Хорошо, тогда мы будем с вами искать остальные ДНК на наших персонажей. Ну, во-первых, как всегда, мы начнем с Майки, да? Давайте быстренько найдем, может быть, нам сегодня повезет. Что-то пока не очень хорошо идет все. Так, вот, одно ДНК нашли. Два ДНК, шикарно. Ну что же, давай тогда теперь, у нас кто обычно? Микеланджело, потом идет Бибоп сразу же и Морозильная Кошка, да? И один у нас идет как бы по стандарту, как говорится, рандомно. Так, на Бибопа еще ДНК выпала. Так, и... да, всего лишь одно ДНК, ладно, хорошо. Поехали, ребят, Морозильную Кошку посмотрим, что у нее там. Где она прячется? Вот она, ребят. Тоже три попыточки, поэтому, во. С Морозильной Кошкой, по-моему, наверное, будет получше, мне кажется. Ага. Кажется, нет, ничего не получше. Хотя нет, ребята, две ДНК мы за нее получили. Ну что ж, давайте тогда быстренько еще что-нибудь найдем. Я имею в виду через боевку, через главу. Я думаю, что это будет, наверное, Кейси Джонс. Попытка на него. Да, ребята, и выпадает ДНК на него. Все, задание здесь забираем. Но сделать я не смогу, потому что вы сами видели, 7 часов будет откат. Да, жаль, у меня сколько, ребята? 5 откатиков получается, да? 61 портал. ДНК я пока, ребят, переводить не буду. Потом, когда уже накопится их целая куча, то каждый раз, в каждой серии мы, ребят, с вами меняем. Уже, честно говоря, надоело. Ну, начнем, пожалуй, мы с вами с турнира. Меня сбросили, как мы видим, в Лигу Сёгунов одна звезда. Нам нужно, опять же, туда подниматься. Это будет нелегко. Но мы с вами ничего поделать не сможем. Так, 54-52 уровни. Поэтому я, наверное, ребят, с вашего позволения, начну вот с этой команды. Хотя, подожди, это опасно. Опасно, 54 уровень, я думаю, что мы, наверное, сразу не пробьем. Давай тогда сделаем, наверное, через Карайку. Мы, короче, сейчас сделаем вертушку от Леонардо, да, получается. Потом, естественно, подключится уже и Караечка. Так что должно быть все хорошо. По инициативе, я надеюсь, все прокатит у нас. И будем надеяться, что Лео кого-то уложит. Нет, ребят, никого не уложил, кричим. Так, отлично, и остается лишь Донни. Ну что, я думаю, наверное, давай вот так вот пробивным попробуем, ребят. Не знаю, получится что-нибудь или нет. Есть, молодец, Усаги. Усаги просто завалил Донателло, Афим. И мы, ребят, с вами продвигаемся. Я думаю, что буквально сейчас должны вернуть свою позицию, да? Сёгун... а, нет, ошибаюсь. Нам нужно будет еще один бой провести, чтобы попасть в Сёгун 2 звезды. Так что давайте, наверное, приступим. Сталола или Талал, не имеет значения, короче, ребят. Будем именно с него. Возвращаем Леонардо к нам в команду. И берем здесь уже, наверное, возьму Лео. Возьму Кунаичи, Эйприл Шреддера и Эйприл обычную, да? Фух. Слушай, я что-то вот сейчас вот это сделал и подумал, мне же Леонардо один не справится, ребят. Ё-моё. Ладно, давай глянем на результат.
Ага, вот так вот. Слушайте, если мы сейчас запустим суперудар от Шреддера, кто-нибудь упадет от него, а? Ну, слушай, есть шанс, ребят, на победу, если честно. Так, я думаю, что мы будем с вами... Хотелось бы, конечно, мне как-то Донателло пробить. Ай, не получается. Ну-ка, Кунаичи, брось свой веер. Есть, отлично. Отлично просто-напросто. Ну-ка, так. Пробьем, нет? Блин, ребят, не помню. Во, все. Можно расслабиться. Леонардо подбил Бибопа. И мы с вами проходим, как говорится, со всеми целенькими нашими персонажами. То есть бонус у нас будет полностью. И мы с вами, конечно же, перейдем в Лигу Сёгунов. Две звезды. 91-я позиция, поэтому вряд ли мы даже сегодня, ребят, на 3 звезды сможем попасть. Хотя очень и хочется. Давайте опять возьмем с вами Леонардо к себе в команду. Так, тут у нас 55-й уровень. То есть уже напряженно на самом деле обстановочка. И давайте, наверное, вот так вот. Змейка Вьюн должен нам здесь подсобить. После, ребята, лиги мы пойдем, естественно, с вами на испытание. Будем там проходить, смотреть, что у нас получится. Так, вертушка от Леонардо поехала. Как классно получилось. Здесь надо, ребят, нам контролировать Бакстера Стокмана. Почему именно его? А, тихо. Потому что он может здесь выпустить волну. Так, давай я так и попробую. Пробьем, нет? Круто! Сам, ребят, того не ожидал, но так у нас все получилось замечательно. Чудесно просто вообще, да? Змейка Вьюн, Тигр, они вот сыграли. И всех врагов положили. Так, и мы с вами перемещаемся на... 73-ю позицию. Ладно, ребята. Еще, как говорится, у нас есть порох в пороховницах. Давайте обновим, может быть, нам кого-нибудь Во, смотри-ка, Ляман. Идеальный персонаж для наших боев. Именно Ляман, потому что у него очень много, ребят, серебряных персонажей. Для нас это то, что нужно. Блин, конечно, хочется попасть опять в Лигу Мастеров. Но, не знаю, ребят, с моей работой, как оно получится или нет, время покажет. Ох ты, давай-ка мы, наверное, с тобой уничтожим Ванечку. Угу. Уничтожили аж 20 раз. Так, Биба, подожди-ка, а почему такой ватненький? Что так по тебе колоссально бомбанули-то, а? Добей-ка. Отлично, отомстил, как говорится. Ну что ж, друзья мои, вы все прекрасно сами видите. Мы с вами проходим пока все идеально. У нас же персонажей очень мало становится, которым мы сможем с вами сыграть. Но, тем не менее, мы перемещаемся на... 55-ю позицию. Ладно, ребят. Вот, смотри-ка, No Name. У нас опять есть неплохой персонаж, у которого много серебряных героев. Но у меня мало персонажей, с которыми я могу сыграть. Хотя, по большому счету, если подумать, ребят, мы можем сделать с вами вот такой вот маневр. Да-да, все, наверное, его помнят. Это, как говорится, беспроигрышная комба. То есть у меня будет Зек через бомбочку играть и, конечно же, Леонардо через вертушку. Сейчас посмотрим, сколько мы дамага нанесем. Ну ты посмотри, ну это же просто изумительно. Вот на такое можно смотреть, ребята, вечно. И я прекрасно знал, что здесь мы победим с вами. И причем у нас сыграли 3 слабеньких персонажа. То есть получаем бонус в полном объеме с наименьшими затратами. Ну да, конечно, мы потратили с вами откаты. И при этом мы еще с вами задействовали уже Зека, которого уже взять не сможем. Так, ну, нас это не интересует, ребят, мы дальше с вами продвигаемся, и у нас есть Димка, у него 54-й максимальный уровень, 55-й, вот, и 3 героя серебряных, так что давайте, наверное, с Диманом. Леонардо мы последний раз с вами возвращаем в команду, и берем вот этих вот ребят. Я думаю, что мы здесь уже справимся без какой-либо помощи. А, нет, нет, ребята, блин, у меня же Армагон, а он же слабенький. Ёлки-палки, сейчас как бы не попасть нам с вами. Так, давай-ка мы, наверное, сделаем уклонение себе дополнительное, да? И с вертушки. Лишь бы Пит не подключился к этому делу. Не понял. Как это, как так вышло-то? Я просто в шоке. Я иногда, ребят, просто удивляюсь, как вот Леонардо то бомбит, оставляет им хоть немножко здоровья, а тут вообще просто всех на повал положил. Офигеть просто можно. Ну что, ребят, тогда давайте якобы, наверное, возьмем. Якобы берем и... Так, секунду, у нас... У нас опять с вами Ванька-стиранка, получается, не в удел, да? К сожалению. К сожалению, он у нас сегодня, ребят, не сыграет, потому что ему не с кем просто-напросто здесь играть, не с кем его ставить. Так что будем вот этой командой рулить. Так, ну что, давай попробуем пробить... Не вышло, к сожалению. Ладно, не беда. Давай, наверное, вот так попробуем. Во,
Сейчас двое упадут. Так, Эйприл. Ну, естественно, Эйприл будет хилять. Это само собой разумеющееся, но зря она, конечно, это сделала. Потому что это все равно их не спасет. Хотя, подожди, еще не факт. Давай-ка пробьем Лео. Так, еще Донни. И, конечно же, Эйприл падает. Вот, ребята, вот такая вот у нас получилась игра именно на лиге сегодня. Потому что это был последний бой. И давайте посмотрим, куда мы с вами переместимся. Да, до Сёгу на 3 звезды, ребят, я чуть-чуть не дотянул. Но не беда. Как говорится, у нас еще будет пару дней, да. И мы с вами обязательно вырвемся в лидеры. Ну что же, а теперь переходим с вами в магазин. Так, что у нас здесь есть? Воу. Слушай, неплохо. И Крипа, давай, наверное, так сделаем. И Донателло сразу же, и Крипа. Плюс у нас есть, ребят, с вами сколько монет? 109. Мы с вами копим на Донни Космос, да? Отлично. А вот этих у нас, по-моему, маловато. Да, всего лишь 280. Всего лишь 280 жетонов. Ну что же, тогда мне нужно, наверное, купить еще себе откаты, я думаю, что я возьму. С вашего, ребят, позволения. Вот они. $500, 100 откатов, 100 телепортов. Давай. 161 в общей сумме. Отлично. Ну, а теперь, естественно, ребят, идем на испытание и смотрим. Мы девичью силу даже не трогали, да? Классическую бойню, кстати, тоже не трогали. Так что давайте, наверное, оба этих испытания сегодня попробуем пройти. Так, платиновые и вот этих вот сюда забираем. Ну что же, погнали. Ну, естественно, ребят, здесь можно первые уровни проходить на автобой. Ничего здесь сложного не будет. Так. Эти маузеры мелкие просто падают с одного удара. Для нас никакой сложности они не представляют, ребят. Так. Единственное, конечно, мне здесь не нравится, что в моей команде Сплинтер 45 уровня и Эйприл. То есть они буквально дойдут до 40-х левелов, и все, дальше их придется, наверное, либо сливать, либо вообще просто не брать в команду. Ну, как вариант, да, ребят? Так, ну что же, первый раунд мы с вами прошли. Переходим, естественно, сразу же на второй и продолжаем нашу эпопею двигаться. Так, ДНК на Бивопа мы получили, теперь на Рокстеди. Кстати, тут неплохие карты. ДНК, ребят, точнее, разыгрываются, да? Классика, стандарт. Хорошо, давайте пойдем за Рокстеди. Быстренько сейчас получим ДНК на него. Так, погоди-ка, я вот так сделаю. Тут все равно, ребят, все очень быстро. 20 уровень, они будут падать все с удара. И даже следующий раунд тоже у нас, ребят, будет на автобое. Так, как видите, все падают. Эх, Бакстер Муха. Так, его теперь, ребят, можно нам прокачать. ДНК, кстати, на него теперь можно искать. Точно, точно, вот оно что. Мы же его подняли по рангу. Теперь на него можно будет, ребят, дальше продолжать искать ДНК. Отлично, так и будем делать. Что же, этот бой у нас, ребят, прошел хорошо. Рокстеди, одно ДНК мы с вами зарабатываем. И у нас Леонардо, поехали. Леонардо, кстати, этот Леонардо нам пригодится. У меня, по-моему, даже он, если не ошибаюсь, не открыт. Так, вставляем на автобой. Уже, как мы видим, 30-й левел у врагов. Так что следующий бой уже будет предельным для моих некоторых персонажей, как Эйприл и Сплинтер. Ну, а пока, как видите, все отлично, все хорошо разбирается. Падают один за другим. То есть без проблем, без каких-либо. Ладно, переходим на последнюю волну. Ну, естественно, здесь, ребята, два друга. Это Бибоп и Рокстеди, и они, естественно, сейчас будут отгребать по полной программе. Так, шикарно. Мне почему-то, ребят, захотелось сразу же сыграть в ней черепашки Манхэттен на Сеге. Помните, была такая игруха? Наверное, многие из вас еще и не играли в нее. Но в моем, ребята, детстве она фигурировала. Так, ну что же, давайте теперь сюда. Здесь у нас будет Леонардо. Так, и как мы видим, ребят, 40-е и 45-е уровни. То есть практически предел для моего Сплинтера и Кунаичи и Эйприл. Сейчас посмотрим, как у нас здесь дело все пойдет. Микеланджело, естественно, врубает танцпол. Ну, с Лео, например, да, с Рафом и, ну, еще куда ни шло с Микеланджело, тут, конечно, никто не сравнится. А вот смотрите, какой... Ага, мы дамага даже не получили. Но это, наверное, благодаря тому, что у нас, ребят, стоит у ворот. Так, Сплинтер что-то раздухарился, пробафывает всех. Воу-воу-воу-воу, куда?
Фи. Слушайте, ну танцпол от Микеланджело, согласитесь, рулит. Вот, ребята, и Шреддер. Угу. Который, типа, обещает, я не знаю, там что, Манхэттен похитить, наверное, да, как я понимаю. Но в любом случае, ему здесь не жить, он не жилец. Хоть он и босс, хоть у него и 45 уровень, но все равно мы его, наверное, здесь в легкую одолеем. Посмотрите, господи, что с ним случилось, ребята? Просто один удар от Рафаэля почти львиную долю здоровья у него отнял. Да-да-да-да-да, все, лежать, как говорится, и не вставать. Ну что же, отлично, мы здесь с вами, ребят, поговорили. И переходим на следующий этапчик. Леонардо классический, одно ДНК, отлично. Ну что же, теперь у нас идет, ребята, Рафаэль классический, 55 уровень у противников. 4 волны уже, не забываем об этом, погнали. Опять же, ага, нет, здесь немножко, ребят, не получается. Уже урон, урон наносят нашим бойцам. Причем, вы сами прекрасно видите, что нужно делать уже не один удар. Хотя для Рафаэля один, наверное, да? Чтобы завалить наших вражин. Так, здесь у нас, ну, кланфутовцы — это ерунда на самом деле. Не забывайте, ребят, что у нас есть еще хиллер в команде. Это Эйприл, она может захилять. Плюс вот делает Микеланджело неплохую вещь на уворот. Так что я думаю, что мы все-таки и этот этап с вами пройдем довольно легко. Видите, они даже не могут попасть. Просто промахиваются. Ну, а Рафаэль, как говорится, с одной классической заходки сразу двоих уложил. Ну, что ты жрешь там? Так, давай, добили. Угу, Сплинтер не смог, кстати, он заблокировать, потому что у него, ребята, висел иммунитет. Так, и мы переходим с вами на третью волну и смотрим, что здесь. Ну, здесь, как всегда, Рокследи. Потом, по-моему, если не ошибаюсь, ребята, они уже будут вместе, да, стоять. И Бибоп, и Рокследи. По-моему, в этом заключается четвертая волна. Так, ну, а пока всех на разбор. Опять же, не попадают дроны эти, которые бомбят. Ну и, конечно же, мы тоже не очень большой урон наносим. Так, бомбочка, да? Ладно, гаденыш, получи свое. Так, Рафаэль, тебе надо было, конечно... А, вот, Лео делает отхил. Слушайте, ну почему же он хиляет так мало, а? Я не могу понять. У нас вроде бы прокачка хила именно у Леонардо неплохая. Но этого не видно. По большому счету. Так, дай-ка я, ребят, здесь, наверное, сам попробую разрулить. Не знаю, получится у меня или нет. Начнем с Рокстеди. Вау, просто с одной плюшки. Так, ребята, захиливаемся. А, у нас же Микеланджело, ребята, тоже хиллер. Я все время этого забываю. Все время, ребят, забывают. Да-да, он же хиллер у меня. Так, ну что же, давай попробуем с дронов покончить с ним. Так, тихо, не буянь. Получи свое. Да, ребят, мы здесь с вами должны пройти идеально. Я вот поставлю еще вот так вот провокацию на себя. Конечно, можно было бы еще захиляться. Но он делает иммунитет на себя. Зачем, если честно, я говорю, не понимаю это. Не понимаю абсолютно. Так, давай добьем дрона. И уже, наверное, давай попробуем вот так вот. Супер удар, а может быть постепенный урон? Нет, ребят, постепенный не получится повесить, потому что у него, опять же, иммунитет висит. Ладно, давай так попробуем. Сейчас будет ходить он, скорее всего. Ребята, скорее всего, будет с гранатометом, да? Нет. Он вот так сделал, это зря, конечно, было. Все, ребят, мы его вырубили. И, конечно же, мы переходим на следующий эпизодик, где у нас будет разыгрываться кто? Сейчас посмотрим. Так, Рафаэль классика у нас в кармане. Ага, Микеланджело. Ну, до Шреддера, я чувствую, мы, ребят, с вами не дотянем. До Шреддера именно, для его ДНК. Ну, хотя бы здесь попробуем побомбить. Так, давай вот так начнем, ребята, а потом уже я поставлю на автобой. Главное для меня, чтобы они здесь не использовали свои суперудары вот на этих вот начальных мелких врагах. Так, тихо, подожди. Ой-ой-ой, что-то как-то... Что-то пошло не так. Воу, в кого он летит? В Эйприл, да? Вот вам, ребята, и показуха. Я так и думал, что вот они ее добьют. Сейчас и Сплинтера будут брать в оборот, поверьте мне. Да, видишь, уже стреляет. Так, ну что ты там? Вот это ты зря сделал, парень. Это ты сделал зря. Так, Сплинтер, вот, заблокировал ему способности. Ну и, естественно, сейчас мы его пробьем. А Рафаэль свое дело сделает. Так, переходим дальше, ребят, на вторую волну. Но Эйприл уже у нас нету с нами. Соответственно, минус один хил. Поехали. Ну, с этими сосунками-то мы быстро расправимся.
Вот Микеланджело, да, несмотря на то, что у него есть двойная атака, ребята, все равно слабая она почему-то. Наверное, надо прокачать ему скиллы. Вот, Рафаэль, я понимаю, да, орудует. Как бог, елки-палки. Тому влепил, тому влепил. Ах, ты не смог пробить его. Ну-ка, Раф, давай. Вот этот молодец, вот этот красавчик. И мы с вами переходим на третью волну. На третьей волне у нас Бибоп и Рокстеди. Слушай, а кто же будет тогда в последней? Интересно мне знать, если они здесь уже вместе. Так, ну-ка, ответку. Добиваем. И смотрите, какая, ребята, вот получается штука. Они всегда атакуют почему-то вот именно вот роботов, да, и кланфутовцев. То есть, в первую очередь, они вспомогательных врагов бомбят, а уже потом начинают бомбить основных. Я не знаю, с чем это связано все. Так, тут они промахнулись, отлично. Минус кланфутовец. Пробивной. Так, Рокстеди у нас валяется, и остается у нас только здесь Бибоп. Но я не знаю, ребята, что у нас там на последней волне будет. Кто может там быть? Честно говоря, не помню даже. Так, пробафались. И давай добивать его, в конце концов. Отлично, ребята, четвертая волна. Давайте глянем, кто здесь. А, тут уже Бибоп, Рокстеди и еще при этом всем Шреддер. То есть вся команда, как говорится, в сборе, да? Ладно. А у нас, я так понимаю, нет провокации, да? Значит, сейчас кому-то, ребят, будет хана. По-моему, нашему Сплинтеру. Так оно и вышло. Но здесь, ребят, в любом случае будет победа за нами. Ничего они здесь уже не сделают. Ни бомбочки, ни выстрелы, ничего им здесь не поможет. Ничего себе, мне Рафаэля, ребята, оглушили. Так, усиляет команду, да, свою? Хорошо. Да ты достал уже своими гранатами, а? Воу, ребят, кстати, у Микеланджело очень мало... Во, молодец. Молодец. Вы посмотрите, как майки... Это что такое? Воу, это что-то... Это, ребят, видимо, суперудар, я так понимаю, да? Шреддерский был. Я просто раньше такого не видел. И... Я думал, все-таки пробьем. Нет, не пробили. Ну, давай, Рафаэль. А, Лео все-таки добивает, да? Отлично. Ну что же, мы с вами получаем ДНК на Микеланджело. Ну, как видите, всего лишь одна звезда. Это, ребята, неудивительно, потому что у нас погибло два героя. То есть Сплинтер и Эйприл. Вот не знаю, вот стоит ли нам идти сюда. 75-е, ребята. 70-е уровни. Крэнк будет здесь у нас. А, была не была. Поехали. Просто хочу, ребят, посмотреть, как здесь все это дело пойдет. Ну, вряд ли, конечно, мы с вами дойдем. Так, ладно, будем сейчас стараться. Ух ты, елки-палки, ребят. Да ладно, ты посмотри, что происходит, а. Давай-ка мы сделаем с вами танцпол. Эйприл практически моментально, ребята, вырубили. Так, вот этого говрюшу надо забомбить. С ударчика. Так, ладно, хорошо. Я, ребят, поставлю провокацию. И пускай они стучатся, как говорится, в закрытые двери. И еще и пробафаемся с вами по полной программе. Все, сейчас, ребята, Рафаэль будет снимать у них вот эту вот броню. За счет того, что вот так вот, да. И мы уже, давай, наверное, захиляемся, я думаю, да. И будем уже их разбирать. Погнали. Так, минус, наверное, один. Нет, нифига не минус один, а так, если. И последний у нас там Маузер стоит. Сейчас мы его, ребята, добьем. Ну-ка. Сплинтер, молодец. Так, ну что же, мы только на вторую волну с вами переходим. И здесь у нас дроны, кланфутовцы и вся ерунда. Поехали, с вертушки начнем. Так, минус 2. Добьем. Добили и кланфутовец. Отличненько. Так, третья волна. Здесь у нас... Ну, здесь все довольно легко и просто. Сами прекрасно видите. Единственное, что они сейчас, ребят, будут, наверное, ставить все-таки на себя защиту. Да елки-палки. Блин, мне бы вот массовые атаки было бы вообще замечательно, ребят. Массух нету просто-напросто, понимаешь? И вот это меня расстраивает. И жалко, что, конечно, да, Сплинтер погиб. Еще и заблокировали мне все возможности. Офигеть. Так, давай-давай, Рафаэль, бомби их всех, чтобы со следующей заходки мы их просто-напросто смогли с тобой победить. Так, если сделаем... Не то... А, во, молодец. Молодец, Майки, ты все-таки его сделал. Двойная, как говорится, атака нам всегда, ребята, помогает. И мы с вами переходим на четвертую волну. Смотрим здесь. Да, здесь все... Все сосунки, как говорится. Блин, у меня... У меня, наверное, нету, да, суператаки-то.
Да, все это заблокировано до сих пор. Сейчас они будут свои гранаты разбрасывать. И я боюсь, ребята, да, потеряли мы с вами Микеланджело, к сожалению. Черт подери, не успел, как говорится, он... Так, в кого он сейчас прыгнет? В кого прыгнет? Твою медь, в Леонардо. Почему именно в него? Да вы достали уже, а, хламоны. Так, давай-ка мы... Нет, хиляться мы пока не будем, это само собой разумеющееся. Давай просто попробуем добить Шреддера. Ага, не все так просто. Так, он усиляет команду, да? На скорость. Ладно. Дал... Еще и хильнулся, что ли, решил? Нет, просто иммунитет, ребят, повесил. Ну, да елки-палки. Ну ты посмотри, что делать. Опять граната полетела. Ну-ка давай, вот так вот ему. И, ребят, я поставлю, наверное, провокацию. Да, провокацию на Рафаэля. Если что, мы сможем с вами даже еще захилить. Так, тихо, вот это плохо. Супер атака. Мы еще сможем, ребят, с вами захиляться, если нам понадобится это дело. Так, давай-ка мы, наверное, сделаем, да, сразу же. Чтобы потом не жалеть. И будем потихонечку уже бомбить. Так, ну с этими голубчиками-то все ясно. Мы сейчас, кланфутовцы у нас упадут. Остается вот Рокстеди и Бибоп. Зловещие такие, знаешь, чувачки, которые просто нам мешают здесь жить. Я, ребят, честно, в шоке от Рафаэля. Все-таки он красавец. Тут с этим не поспоришь. Так, и давай-ка, Лео, пробей, пожалуйста, его, пробей. Каплю не хватило. Ну-ка, вот так вот. Ну что, Бибопчик? Ну, полетел, полетел, хламон. Так, ладно. Слушай, по крайней мере, ребят, мы с вами должны увидеть Крэнга, я так думаю, да? Там же будет в конце Крэнг. А, ну конечно же, это супермашина крэнговская. Так, мы здесь перепрыгнули. И... И вот, ребята, Крэнг. Сидит, ручки пожимает. Я серьезно говорю вам, ребята, в первый раз с ним дерусь. До этого не дрался, я не знаю, что он вообще делает здесь. Ничего себе, он там ракетку-то выплюнул. Так, ребят, давайте с вертушки попробуем. Что-то мне подсказывает, что это... Что это, ребят, бесполезно. Слушай, ну силен парень. Очень силен. Смотри, смотри. Офигеть. Ай-яй-яй, если бы у меня... Опять ракета, да? И конец нам. Слушай, ребят, ну, по крайней мере, я хотя бы в первый раз увидел, кто такой Крэнг. В какой машине он сидит. Ну что же, я скажу, неплохо, неплохо мы сегодня поиграли. Мы заработали с вами... Много на кого ДНК, конечно, хотелось бы на Шреддера, на Крэнга. Но, как говорится, не судьба, ребят, пока не судьба. Ну что же, мы переходим, наверное, с вами в следующее испытание, да? Это девичья, ребята, сила. Опять же, здесь все легко. Наверное, ребята, я пройду вот эти вот эпизоды, первый, второй и третий. Подождите, вначале мы посмотрим, кого нам дают. Ой, красота-то какая, ребят, какая красота. Короче, давайте, наверное, 5 или 6 испытаний я пройду за кадром и уже подключимся, когда уже будут хотя бы, ну, 50 уровни бойцов, да? Я думаю, никто не будет против. Ну что, друзья, так, я заработал морзильную кошку ДНК, и теперь мы будем с вами драться за лису. Как раз у нас, ребят, подходящий уровень для того, чтобы продолжать съемочку, это 55 уровень. Я думаю, это идеально для нас, и как-то будет поинтереснее, поживее все это дело выглядеть. Так, ну с этими-то сосунками все понятно, мы будем просто их, ребят, лупашить. Угу. Так, 81, мне кажется, надо будет Эйприл как-то прокачать нам до 60 уровня. По-моему, она у нас засиделась на 54, вам не кажется? Причем этот персонаж у нас один из первых, который вообще появился в игре вместе с Леонардо. Помните, да? Первую их встречу. Вот, и она до сих пор у меня на 54 уровне. Как-то несправедливо, если честно. Так, бежим далее. Так, тут у нас мутагенные белки, да? Минус одна. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Потратим, фиксим суперудар этот. Я вот не могу понять, почему у Карай Змеи руки тоже, ребята, состоят из змей. Неужели она в мультике так и выглядела? Или это просто разработчики тут немножко что-то перепутали? То есть она получается как гидра, как гидра какая-то, да, на самом деле? То есть у нее голова змеи плюс еще руки змеи. Хм. Странный такой персонаж на самом деле. Давай так бомбанем. Ну что, ребята, переходим с вами на третью волну. И да, ну тут ничего страшного нету. Грибы. Я даже, нет, я вертушку не буду тратить, пока мы ее прибережем. Потому что там нас ждет еще, ребята, белка.
Оу, разбираем-то как замечательно. Просто шикарно. Так, давай сделаем вот таким образом. Так, крыса минус. И последняя крыса тоже минус. И, ребята, заключительная четвертая волна. Здесь у нас, да, тут у нас шинигами, карайка, морзинная кошка, белка, в общем, все дела. Давай вот так вот газку пустим. Теперь сделаем крик. Хиллера, по-моему, у них нет в команде. Да, ребята, у них хиллера... А, нет, есть, есть. Хиллер — это у нас, ребята, естественно, морозильная кошка. Только она здесь может захилять. Не будем мы, наверное, ребята, бомбить. Это бесполезно. Все равно сейчас пойдет отхил. И следующий, вот. Вот, давай посмотрим, как у нас здесь с вертушкой все дело пройдет. Прошло просто идеально. Всех с одного, ребята, залпа завалил. Ну что же, так, мы с вами получаем ДНК на белку. Следующая ДНК у нас идет... А на кого там идет следующий-то у нас? На шинигами, по-моему, да? Да, ребята, именно на нее. Хорошо, давайте, ребят, здесь тоже попробуем разбомбить их всех. Так, ну что, тут у нас киборги, да, вначале встречаются. С ними, в принципе, тоже не должно быть никаких проблем. Так. Хотя уже сложновато нам их бить, если честно. Давай вот так попробуем хвостом. Я обожаю, ребят, когда у карайки вот срабатывает двойная атака. Вообще великолепно происходит все это дело. Кстати, у Микеланджело тоже периодически срабатывает двойная атака. Плюс он на себя еще вешает автоматические уклонения. Так, поехали так. Хопа! Минусанули. Так, кренги паршивые. Ну-ка давай, карайка, не подведи. Раз, и вторую атаку. Двас. Круто. Давай следующего кренга. Мини-кренга. Так его назовем лучше. Плевок. Замечательно. Так, я пока, ребят, ничего не буду делать, да? Никаких танцполов, ничего этого нам пока, наверное, не нужно. Своими силами тут разберем. А остальное нам все это, ребят, пригодится. Так. А ну-ка. Без двойной атаки, жалко, ладно, ничего страшного. Переходим на третью волну. Ой, здесь, ребята, ватники, стрелозады. Все, наверное, помнят, почему я их так назвал в свое время. Да-да, именно потому что, ребята, они специфически начинают стрелять своим задом. Так, дун-дун-дун. Подбомбил, ну-ка давай, раз. Ай, не стало, карайка, змея. Почему ты так подтупливаешь? Во-во-во, смотрите, ребят. Он еще и провокацию на себя повесил. Хорошо, мы тогда с вами сделаем, наверное, нет. Есть соблазн, ребята, влепить себе у ворот или еще что-нибудь в этом роде. Но я думаю, что пока не стоит. Бамс. На самом деле они ватные, вот эти вот чувачки. Механические йети, или как их назвать, даже не знаю. Минус. Так, последний у нас у Тархаровец остался. С удара просто завалили. Четвертая, ребят, волна. Ага. Так, ну вот здесь уже, наверное, надо будет, ребят, подсуетиться. Здесь мы с вами повесим уклонение на себя, да? И сразу же вот так вот с вертушки моментально, ребят, просто. Хопа! Так, минус 2, да? Пробьем, интересно? Ну, кошку... Подожди, а почему? Так, надо уничтожать кошку морозильную. Так, теперь попробуем кунаичи. Нет, у кунаичи не получилось у нас. Все, ребят, шинигами. Давай попробуем копьем. Получится, нет? Мимо! А кто бы сомневался, ребят, что будет именно так. Упала. Угу, угу. Опять этот, ребята, у нас босс. Босс-робот, да? Опять же крэнк. Тун-тун-тун, такая трансформация идет. С такой куколки выросло вот такое вот чудище. Ладно, ребята, берем провокацию на Рафаэля. И, как говорится, понеслась. Давай, бомби его. Ага. Я вот думаю, может быть... Давай захиляемся. Давай захиляемся. Просто у карайки мало было здоровья. А теперь уже будем, ребят, пробивными делать. Вау. Лео, вот это круто. Понизим атаку, нет? Понизили атаку ему еще. Так, давай попробуем еще оглушить. Не вышло. Но в любом случае, ребята, ему каюк. В любом случае, здесь он уже ничего сделать не сможет. А мы с вами, да, получаем ДНК на шинигами. И вот теперь вопрос. А слушайте, ребята, а мы же с вами, по-моему, проходили, да? Ведь полностью ее проходили, вот эту вот ветку. Девичью силу. Ведь я ничего не путаю. Так, кунаичи у нас разыгрывается, да? Твою же маковку. Как вовремя у меня закончился, ребята, сыр. Да, я хотел попытать счастье, но, ребят, ну, сами видите, что получилось. Так, знаете, что я хотел? Мы же с вами Бакстера Муху подняли по рангу, да? Теперь мы полное право имеем
искать на него ДНК. Слушай, тем более у нас столько возможностей, чтобы искать. Посмотри. Жесть, да? Нам можно будет, ребята, просто вот сюда заходить. Правда, единственное, что очень много стоит по пицце, да, 12, например. Но мы можем только здесь с вами выполнять ежедневки. Но я, естественно, этого делать не буду, потому что Бакстер, как говорится, муха от нас с вами никуда не денется. Он у нас прапается, и все будет у нас замечательно. Ну что ж, дорогие друзья, а на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту замечательную игру. Так что, ребяточки, удачи вам и до новых видосиков.